Новый выпуск доклада на основе данных Бюро кредитных историй особенно интересен тем, что анализирует изменения, сложившиеся с начала пандемии. Мы отмечаем, что граждане, обратившиеся за реструктуризацией кредитов, в среднем имеют больше кредитов и займов, чем прочие заемщики. Например, у тех, кто реструктурировал необеспеченный потребительский кредит, имеется 4 кредита или займа, а у людей, которые не обращались за реструктуризацией, их было всего 2. Этот факт подтверждает важность нашей политики по ограничению долговой нагрузки заемщиков. А знаете ли вы, что каждый четвертый ипотечный заемщик, получивший кредит в третьем квартале прошлого года, не имел кредитной истории? Первый кредитный опыт стал возможен благодаря снижению ставок по ипотечным кредитам. Это привело и к увеличению доли рефинансированных ипотечных кредитов в выдачах до 13% и позволило людям уменьшить свою долговую нагрузку. Об этих и других тенденциях читайте в нашем докладе и будьте в курсе ключевых событий в мире розничного кредитования.